Вы сейчас просто, честно, офигеете. Все, выхлоп идет горячий. Мой любимый раньше был магазин «Дары природы», ребятки, в Муроме. Пушистый хвост лисицы не оставил следы! Вот это дождина, ребят, поливает. Аж сигналка срабатывает у маленькой машинки. Вот это да. А сова все, чё? А сова не пошла домой. Дед ее мочит здорово. Но это дикая жизнь. Она сурова и беспощадна. Спокойной ночи. Ребят, пятничка. Проснулся. Слышу, вы не представляете. Слышу по кастрюле, как будто дождик. Динь-динь. Думаю, может, кто пришел? Ну так, по сути-то, да? Кто мог прийти? Может, дождик? Вы сейчас просто, честно, офигеете. Ну, вы уже, мне кажется, догадались, да? Смотрите. Совушка, привет! Привет! Эй, пойдем тебя покормлю сейчас. Так и живем, ребята. Пришла, нагулялась, намокла вся в ливень. Я офигею. Как в сказке живем. Погнали в новый день. Так, ну чё, давайте опять что ли растолкём шею куриную. Кормить надо только на руке и никак иначе. Пойдём. Блин, может я, конечно, неправильно делаю. Почему она тут стучала? Может, по крышке? Ну, типа, вот такой какой-то звук был. Всем здорово, скажи. Подписывайтесь на наш канал. Я, конечно, люблю погулять. Но я, говорит, и возвращаюсь. Так и живем. Я вот что думаю, ребят. Если она и так и будет около меня тереться, надо будет купить перчатку, манжетки вот эти, опутанки, как они там, должик, как для хищных птиц, вот держат, когда гуляют. И все. Ну а что она не улетает в дикую природу? Ну чего ты? Расскажи ей что-нибудь, скажи. Привет. Привет, Андрей. Так, ребят, сову пересадил сюда. Поеду мышей посмотрю, да может в город заеду, там на зоне пришла штучка. Давайте. Ребят, почти все мышеловки стрельнули, но никого нет. Вот выстрелила мышеловка. Сработала. Так, ребят, купил еще 6 мышеловок. Давайте их зарядим. Черные нормальные, кстати, они мышку закрывают, и там они сидят, мышки. Я когда-то пользовался такими
У меня в кофейных автоматах мыши были. В некоторых. Так, ребят, лампочку вот купил. Так, что, все, подсветка номера горит. Давайте глушитель, что ли, опять попробуем починить. Я там трубы привез. Хомут вот только еще один забыл. Опять, ребята, я под машиной. Под машиной. Куда она пролетела? Ну-ка сюда залазит. Сюда он лезет, здорово. О! Так, ребят, короче, все затянули, все эти надели. Пойдемте послушаем, может, еще потише стало. Фу. Момент истины. Все ли было зря или нет? Ну, уже же не так громко-то, правильно? Заехал вазон, ребят, за той самой штучкой для отопителя автономного. Вот что-то пришло, смотрите. Визиточка, спасибо за ваше доверие. Ну вот и сеточка, та самая пресловутая сеточка. Пойдемте ее ставить. Так, как-то надо правильно поставить ее. А, вот здесь есть выемка. Наверное, в эту же выемку и поставим ее. Все нормально, смотрите. Точно ли в эту выемку надо ставить? Выемкой, выемкой. Давайте вот, да, вот так и поставим. Свеча накала туда. Давайте попробуем, запустим. Там насос надо смотреть все равно. О, слушайте, смотрите, завелась. Я думаю, что за гул пошел? Все, выхлоп идет горячий. Все, пошел теплый воздух. А я думал, не работает нифига. Насос, думаю, надо смотреть. Ну и все, выхлоп идет. Как-то так, ребята, как-то так. Гудит автономочка. Так, а что нам надо? А нам надо теперь ее подключить от аккумулятора другого, а не автомобильного. Так, плюс нашли. Его надо изолировать. И можно еще. И можно еще черным вот сверху. Вот так. Оп. Есть. И плюсовой есть. Надо подключать к аккумулятору. В общем, ребят, нужен был кабель большого толстого сечения. Пришлось отрезать. Когда-то, помните, мы с вами делали колонки. Я не нашел тонкий и сделал из толстого. Сейчас мне нужен толстый. Пришлось обрезать. Так как автономка нормально так. Ну, нормально по мощности тока она берет. Ей нужен проводник толстого сечения. Так, ребят, для вас прошло прям пару секунд, а для меня... Час, может быть, больше. Время 20 минут седьмого. Я тут вроде как все поставил на место. Давайте попробуем автономочку. Итак, потребление сейчас у нас 1 ампер. Включаем. Включаю вниз. Не знаю, что значит два режима. Так, вниз не работает, значит вверх. А что-то не работает. Так, не сработало, потому что сгорел сразу предохранитель. Может, я где... Слышу, опять щелкнул. Опять замыкает. Где-то я напутал, наверное, с проводкой. Надо искать, надо смотреть. В общем, ребят, 20-амперный предохранитель вышибает сразу же. Подключил к 100, через 100-амперный. Через 100-амперный, вот, потребление было около 20 ампер. Ну, плюс панельки чуть-чуть давали. Но это буквально минуту так, пока не включится, не заработает печь, не загорится там внутри. И все, и потом как бы падает все. Ну и потребления практически нет. Вот свет выключить, если.
Вот так вот, смотрите, автономочка работает. На выходе 70 градусов. Ну, горячо, руку вот так вот держать горячевато. Ну, греет, что, тепло. Только вот шумно. Короче, ребят, не победил я автономку. Сплавился, вот такая штука сплавилась. Там по 40 ампер вообще нагрузка. Что-то я неправильно с электрикой намудрил. А так в одном положении она включалась. Чуть-чуть сейчас дымит, но нифига не греет. Что-то не запускается. Может, солярки нет в баке, не знаю. Надо будет смотреть. Так, а я ужинать. Все, всем приятного аппетита. Совы нет, где-то шляется. Давайте. Опа, ребятки, ребятки! Какие сегодня у нас люди! Сейчас еще подтянутся с дарами природы! Мой любимый раньше был магазин «Дары природы», ребятки, в Муроме. Напротив Пидухи. Отличный магазин с отличным портвейном и пивасом. Как-то так, ребятки. Как-то так. Пойдемте проверим, как там, ребятки. Егорыч, как там? Баня отличная, Игорь вообще просто супер класс. Ходи. Не, я просто снимаю. Рус как? Рус. Отлично. Это лучше, что можно делать. Давайте, тусите. На берегу лунжи чилишь в баньке. Давай. Ну чё? Это вообще кайф. Я даже сейчас просто специально. Я несу вам свет и смотреть, какая температура там. А, ты ещё, да? Только плотик, пацаны, не разломайте так поаккуратней. Чувак, мы, короче, сделаем это коллаб Хата Бича X Karma Fest. Да, давайте вот эту вот франшизу туда. Да, запихнем. Давайте. Макс! Эй! Разбудили. Все, пацаны, приехали. Все наточили, да? Я наточил свой топор. Только-только посохнет слякоть. Как все вернется опять. Покой нам только снится. Только где эти сны? Пушистый хвост лисицы не оставил следы. Дорог так много, моя дна. Тяжелый рок-н-ролл веселый. А жизнь моя! Прям вообще. Ну, в общем, ребят, я с дыней в руках. Без совы, сова где-то гуляет. Ну и правильно, здесь такой шалман. Ну, немножко песни поем. Заканчиваем сегодняшний день. Прошел вот он вот так вот. Как-то так. Ихо, блин. 5 раз искупались. Конечно. Сейчас я еще раз последний пойду вот с Илюхой. И все будет отлично. Все, ребят, давайте до завтра. Что будет завтра, то будет завтра. Ребят, приезжайте в Хату Бича. Здесь всегда круто. Да, только предупреждайте и приезжайте и попаримся. Все, давайте, пока. Как-то так, ребята. Как-то так, ребята. Все продолжается. 4:30 утра. Так, ребят, холодно. Налил в камеру сгорание прям автономки ВДшки. Так вот она что-то тут раскоптилась у меня. Прям на ВДшке запустил. Погреть хоть немного. Но насос не щелкает. Погреть хотя бы немного. А то вообще замерзнем. Как-то так, ребята, как-то так. Вроде жопа, вроде фу.